Несколько слов о ежегодном событии, которое касается тысяч тверских семей. В наших прошлых выпусках мы рассказывали о том, что в Тверской области выпускники попрощались со школой. В этом году последние звонки звучали в течение двух дней, 24 и 25 мая. И сейчас у ребят наступает самый ответственный и напряженный период – сдача госэкзамена и выбор дальнейшей программы в высших и средних образовательных учреждениях. Школьная пора в 2024 году завершилась почти у 5000 выпускников. За 11 лет каждый проделал большой путь, получил новые знания, повзрослел и выбрал свою траекторию в жизни. Все это время рядом с ребятами были педагоги-наставники. Они учили, воспитывали, поддерживали, вдохновляли. Ну а память о школьных годах останется на всю жизнь.